Угличский шлюз Волжского района гидросооружений – это один из самых сложных, серьезных инженерных объектов нашего города, один из самых важных экономических объектов. И сегодня мы беседуем с главным энергетиком Угличского шлюза Василием Александровичем Чесноковым. Василий Александрович, ну вот расскажите немножко, сколько лет нашему шлюзу, какова его главная задача, его главное экономическое и, собственно, эксплуатационное предназначение. Угличский шлюз был пущен во временную эксплуатацию 22 сентября 1941 года. Ну, значит, многие работы в то время проводились вручную, например, закрытие вот нижних двухстворчатых ворот. Гораздо больше был штат, ну, в настоящее время. Пропуск судов, конечно, был тоже в несколько раз, может быть, в 5-10 меньше. В настоящее время, значит, грузопоток увеличился, и пассажиров тоже больше, значит, на пассажирских судах. Шлюз служит для пропуска судов, пассажирских, грузовых и плотов. В данное время плоты уже давно не водят, поэтому мы пропускаем, обеспечиваем безаварийный и безопасный пропуск флота. А начали строить наш шлюз, наверное, еще во времена, так сказать, сталинские времена, до войны, то есть во времена Волга-Лага, ГУЛАГа, строились заключенными? Да, в 1937 году. Ну, видите, мощное сооружение, по-сталински все сделано, выполнено очень качественно. И к войне, вот 22 сентября, это, так сказать, ровно сколько там получается, 5 месяцев, да, после того, как началась война, и все же он во время войны был пущен. Да. По-видимому, сроки войны поджимали, и резко, значит, пришлось шлюз запускать в работу. Необходимость возникла в этом. А вот вы говорите, плоты, то есть это лес сплавляли здесь, или на плотах что-то перевозили? То есть вот баржи шли, сухогрузы, пассажирские суда и плоты тоже? Проходили плоты с лесом. Полную камеру вот забивали, буксир заходит, 2-3, забивали полную камеру лесом и прошлюзовали вверх. Распред устройства 0,4 кВ, низкая сторона. Отсюда распределяется вся энергия, электроэнергия по всему шлюзу. Вот это высокая сторона, 3,15 кВ. С ГЭС приходят сюда два фидера, рабочий и резервный, 25 и 32 фидер. С ГЭС получаем высокое напряжение и уже распределяем электроэнергию по всему шлюзу. Сейчас мы видим механизм затворов наполнения. Вот электродвигатели, мощные довольно-таки, 60 кВт и 45 кВт. Здесь защиты, конечно, выключатели, редуктора, насосная для откачки галерей наполнения. Сейчас вот вы сказали, что все делалось вручную. Сейчас все это уже автоматически? Все полностью в автоматическом режиме. Имеется на шлюзе, значит, цикловой режим управления, где все работы механизмов в автоматическом режиме происходят. Также есть раздельный ключ управления. Можно управлять каждым затвором в отдельности. И вообще находится как бы вот, ну, сердце шлюза, откуда все? Вот центральный диспетчерский пункт он называется, да, или как? Центральный пульт управления шлюза, сердце шлюза. Да. Это вот в этом здании большом, да? Да, наверху там. Центральный пульт управления шлюза. Здесь панель защиты, автоматики. Пульт управления, это в маленькую величину выполнен весь шлюз. В принципе, можно сказать, макет шлюза. Здесь все затворы, все двигается. Вот эта синенькая водичка, значит, верхний бьев, приборы стоят, нижний бьев. Также приборы амперметры показывают ток работы электродвигателей, затворов. Камера шлюза, размеры камеры, значит, 30 метров ширина, 300 метров длина камеры. Где-то перепад сейчас 12,5 метров. Показывается напор на нижние ворота. Это нижний бьев, значит, отметка нижнего бьева. Затвор опорожнения левый поднят, правый затвор опущен. Открывается двухстворчатые ворота. Александр Петунин, начальник вахты Угличского шлюза. Сегодня у него дежурство, сегодня у него вахта. Александр, скажи, пожалуйста, вот каковы твои основные задачи на твоем рабочем месте? Ну, в основном, это наша первая задача, это безопасный, безаварийный пропуск проходящих судов через шлюз.
Ну и все к этому относящееся, то есть смотрим за прохождение судом, смотрим за тем, как работают затворы. Вот. И вообще в целом шлюз, как работает за время несения вахты. Это вот и есть центральный пульт, да? На этом пульте у нас практически все отражено, вся мнемосхема. То есть можно наблюдать за всей работой механизмов, вот, за всей работой затворов по этому пульту. Ну, как вот на твой взгляд, твое мнение, как работает наш шлюз? Надежно это вообще сооружение? Все в порядке? Да, я думаю, надежнее, наверное, в нашем городе нет организации. До сих пор это самая надежная организация. Вот. И по, значит, и по работе, и сейчас можно сказать, и по материальной части. Самая надежная, самая стабильная, можно сказать так. Ну вот ты один в таком большом, красивом очень здании, такой красивый вид, ты смотришь на Углич с этой стороны, с другой, видишь все суда, которые проходят. Вообще как, устаешь на работе, нет? Ну сейчас интенсивность намного меньше, это было раньше. Очень много судов проходило через шлюз, за время дежурства проходило. Значит, вернее, шлюзование было порядка 20-24 шлюзований в смену за 12 часов. Ну, а сейчас, сравнительно, если смотреть по журналу, то ну, 10 – это максимум шлюзований, ну, 15. Но это количество очень маленькое. В общем, интенсивность намного меньше. Все это сказывается, наверное, по обстановке вообще в целом в стране. У тебя больше свободного времени, и ты больше смотришь на Углич. Вот ты имеешь такое преимущество видеть Углич совсем с другой точки зрения, нежели другие… Многие наши угличане. Ты видишь его с высоты птичьего полета. Нравится тебе город? Обалденный город. Любишь Волгу, Углич? Я, наверное, себя нигде больше не представляю, чтобы так чувствовать себя хорошо и прекрасно, как только в нашем городе Угличе. Ну что ж, ты счастливый человек, ты занимаешься любимым делом, ты видишь любимый город, и ты уверен в своем, так сказать, труде, в своем будущем. Что ж, молодец. Ну, еще дело в том, что у меня здесь все корни, а человек счастлив только там, где его корни. Вот поэтому я, наверное, счастливый человек. Ну что ж, успехов тебе и надежной работы нашего шлюза. Спасибо. Вот. А когда все было, так сказать, заменено, вот автоматика была, так сказать, вот ручной труд был заменен автоматикой, это уже в наше время? Нет, это постепенно. Все это доводилось постепенно. И постепенно все совершенствуется с каждым годом. И какие-то есть перспективы того, что и на этом не остановится наш шлюз, что он еще более будет, так сказать, совершенствоваться, как инженерное сооружение? Да, безусловно. Ну что, например, перспективы ближайшие? Заменяем, значит, более старое оборудование на новое. Сейчас возможность есть, упирается только все в денежном отношении. То есть, а вот есть такое мнение, ну, некоторой части угличан, скажем так, и некоторых наших гостей, что все это было построено, ну, в такие времена, о которых сейчас очень много говорят, что все это было на костях, и сейчас практически вот есть мнение, что такого сооружения инженерного уже в наше время вряд ли можно такое сооружение воздвигнуть, но я сейчас не об этом, а о том, что все пришло как бы уже обветшало за 55 лет, и все это надо ремонтировать, латать, поскольку, ну, все дышит, образно говоря, наладан. Так это или не так? Я бы не сказал, что дышит наладан, потому что это делалось, сооружение рассчитывалось на 100 лет. Вот, но... Еще запас 45 лет есть. Нет, запас, я бы не сказал, есть, потому что мы уже меняем. Вот заменили эксплуатационный затвор, затворы, значит, опорожнение заменили. Планируется заменить двухстворчатые ворота, железо уже устает, железо тоже надо менять. Ну вот сейчас там, я знаю, работают водолазы, да, на каком-то объекте. Как этот объект называется, мы тоже покажем, как работают водолазы и что они делают. Да, вот у нас сейчас опорожнение, у нас два затвора. Один затвор вышел из строя. Путь затвора, по которому скользит затвор, ну это, просто говоря, рельс. Появились трещины, вовремя водолазы обнаружили эти трещины. Засняли нам на подводную камеру. Это дело мы просмотрели все. И решили, что пора останавливать затвор и проводить подводную сварку. И вот сегодня такой довольно сложный процесс, то есть подводная сварка здесь у нас происходит. И вы считаете, что это вот эти вот все, ну как сказать, тот дефект, который был обнаружен, он позволит это все, так сказать, все нормально? Да, нам дали срок до 29 этого месяца. Угу. Так что мы должны до 29 все заварить, все сделать и пустить работу. Ну, замечательно. Мы желаем успехов вам, вашим коллегам, водолазам. И я думаю, что все будет нормально. Сейчас давайте посмотрим, как работает наш шлюз.
Хорошо, спасибо, посмотрим. Ну, спасибо, я скажу вам потом, поскольку я хотел бы, чтобы вы были нашим экскурсоводом и показали, рассказали, как работает наш шлюз. Пойдем смотреть? Пойдемте, пойдемте. Механизмы затворов наполнения. Лошадь Майка. Сейчас пассажирский теплоход будет заходить в камеру, и вот она пойдет, покормит ее, наверное, туристы. Аварийный затвор поднимается. Вес затвора 286 тонн, вот противовес, значит, весит 80 тонн. Вот он выходит, затвор из воды. Потом, значит, будет опорожнение камеры. Водичка вниз уходит. Вот рядом эксплуатационный затвор. Он открывается не как аварийный вертикально, значит, он ложится. 110 тонн этот затвор весит. Также два приводных механизма с двух сторон, с правой стороны и с левой. Грузовой теплоход заходит в камеру шлюза снизу. Камера большая, вот таких типа СТ теплоходов можно 6 штук взять. В одно шизование. Песок на Москву. Толкач везет. Швартовые подают на плавучий рым. Рынка при наполнении камеры будет подниматься вместе с теплоходом. Вот створение двустворчатых ворот. Судопропускник наблюдает, чтобы не было перепада или волны обратной. Наполнение камеры из-под короля эксплуатационного затвора происходит. Сейчас уровни сравняются верхнего бьефа и уровень камеры. И затвор в автоматическом режиме включится на открытие. Вот видите, рым поднимается. Камера наполняется быстро. 9 минут наполнения камеры идет. Вот сейчас уровни сравнялись. Затвор пошел на открытие. 12,5 метров, как я уже сказал, наполняется за 9 минут. Одна слитая призма, это вот то, что водичка из камеры уходит, 100 тысяч кубов. Теплоход выходит из камеры шлюза. Это тот же эксплуатационный затвор, но закрытие идет. Закрылся. Камера уже показана, опорожнена. Это помпа под... подает воздух водолазам. Здесь пузырьки идут, водолаз под водой работает. Это цепи затворов, опорожнения, на которых производятся работы сварочные. Это сама шахта затвора. Вот в этой шахте там внизу затвор. Это механизм этого затвора. Затвор тоже весит 80 тонн, как и на наполнении. Вот водолаз, видите, мокрый весь вышел из воды. Тяжело работать. А здесь уже сварка пути. Вот путь затвора, по которому затвор скользит. Вот водолаз показывает электродом трещины, которые они заваривают и которые будут заваривать. Вот видите, трещины. Это все нужно под водой варить. Подводные работы выполнять по сварке. Вот трещины, довольно-таки большие. Все это будет заплавляться под водой. Вот он специально щиток одевает. И сейчас подадут ему ток. И начнется сварка. Это ящик у него инструментальный, там электроды хранятся. Он заряжает держак электрод. Потом по связи, значит, вот ток включили ему. И
все, сварка пошла. Вот под водой имеем наблюдать такую возможность, как там все заварено. Такой шов получается. Вот он щеточкой подчистил, чтобы нам лучше видно было. Ржавчина все быстро очень покрывается.